726 миллионов рублей задолжали жители Сургутского района за жилищно-коммунальные услуги. Сумма по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 68 миллионов. Как рассказали сотрудники профильного департамента администрации муниципалитета, больше всего неплательщиков в Белом Яру. Там местные должны 365 миллионов. На втором месте Солнечный. Там недоплатили за коммунальные услуги 326 миллионов рублей. Хотелось отметить, что такая задолженность провоцирует снижение платежеспособности ресурсоснабжающей организации и, как следствие, отсутствие достаточных оборотных средств, накопление задолженности за поставленные энергоресурсы перед нефтяниками, газовиками, энергетиками и в целом исполнение производственных и инвестиционных программ. Заместитель директора департамента ЖКХ, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района отметил, что у ведущего коммунального предприятия муниципалитета, это МУП ТО УТВИФ, заключены соглашения с крупнейшими бюро кредитных историй. Это значит, что через 10 дней после вступления в силу решения суда о необходимости оплатить коммунальные услуги, информация о наличии долга будет размещена на специальном сервисе. Это будет влиять на рассмотрение кредитных заявок должника. По словам специалистов, этот способ весьма эффективен в борьбе с теми, кто не платит по счетам. За последние 6 месяцев 2023 года в отделении возбуждено 554 исполнительных производств за взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 50 171 тысячу рублей. Всего на исполнении находилось 2187 исполнительных производств на сумму 223 миллиона 263 тысячи рублей. Окончено и прекращено из них 795 исполнительных производств на общую сумму 75 миллионов 438 тысяч рублей. Из них фактическое исполнение 447 исполнительных производств на общую сумму 16 миллионов 118 тысяч рублей. Отмечу, что при оплате жилищно-коммунальных услуг жители Сургутского района могут воспользоваться мерами социальной поддержки. Они положены, если расходы семейного бюджета на оплату ЖКУ превышают 20% от общего дохода. В этом случае можно компенсировать половину затрат. За консультацией по этой мере поддержки можно обратиться в Центр социальных выплат Югры по адресу город Сургут, улица Лермонтова, 3/1 или по телефону, номер которого вы видите на экране.